франшиза хуйня полная, нужно самим все открывать. Ой, да хорош вот здесь вот прикидываться. Говорит, нормально, все сожру. Чисто мужской дневной макияж такой, по минимуму, знаешь? Ну, нам ли мужикам не знать? Сколько стоит шмот, дымоход. Там, короче, челлендж остается видимым, кидаются зеленой краской, выкладывают хромакей. Всем привет! Остаться мы видим, возле ЦУМа в поисках самых модных и стильных людей. А если ты хочешь еще больше роликов на тему «Сколько...» Да, Пачка, я слышал, типа, я уже, ну, договорился, чтобы Антона не трогали. Стоишь мод? Переходи на наш основной канал «Дымоход», ссылка в описании. А также обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика тебя ждет розыгрыш 5000 рублей. Поехали! Здорово, чё, кого? Охуенно. О, блядь. Здорово, я думал, люди, ну, типа, в таком возрасте не должны материться. Хотя, хуй знает, сколько ему лет. У кого? Охуенно. Вас видел уже, заебись. 18 лет. Блядь, он меня убивает. Охуенно. Вас видел уже, заебись. Ребята, 18 лет. Тебе 18? Да, меня интервью берут, я уже пиздатый. Ебать, он объебашенный или шо, блядь? Как зовут? Данил. А лет тебе сколько? 18. Ты че такой активный? А, жизнь такая. Не мы такие. Ну просто ёбнутый немножко. Так, чуть-чуть совсем. Тебя контузило где-то? Не-не-не, просто сел. Это Rolex 20 миллионов. Это Supreme, нах, Off-White, 3000 рублей. 2000 рублей Zara или Gap. 5000 Air Force. Как ты резко от пиздежа к правде перешел, смотри-ка. Или у тебя просто тоже все паленое? Не, Рига, пацаны, Рига. Ты 18 лет сам зарабатываешь? Ставки. Это приносит бабки? Максимум 5000 в день. Смело, сейчас 200 рублей поднимал. Как ты понимаешь, что ты выиграешь? Никак, на 50-50. Либо да, либо нет. А бывали жесткие проебы? Нет, я много не ставлю. Я поднимаю с 200 рублей по 5000. А девушка есть? Если бы. В конце каждого... Бля, еще... вы не против, я еще раз пересмотрю с нуля? Ой, бля. Поехали. Здорово, чё, кого? Охуенно. Вас видел уже, заебись. Мне 18 лет. Тебе 18? Да, меня интервью берут, я уже пиздатый. Как зовут? Данил. А лет тебе сколько? 18. Ты чё такой активный? А, жизнь такая. И мы такие, ну просто ёбнутый немножко. Так, чуть-чуть совсем. Тебя контузило где-то? Не-не-не, я просто сел. Это Rolex 20 миллионов, это кофта Supreme, нах, Off-White, 3000 рублей, 2000 рублей Zara или Gap, 5000... Ботинки, конечно, пиздец. Ботинки просто пиздец. Как ты резко от пиздежа к правде перешел, смотри-ка. Или у тебя просто тоже все паленое? Не, Рига, пацаны, Рига. Ты 18 лет сам зарабатываешь? Ставки. Это приносит бабки. Так, все дальше не смешно. 5000. На двух наших каналах мы разыгрываем денежные призы среди наших подписчиков. И это уже стало нашей... О, Кашмил, Крис Вейв, привет. ...общей доброй традицией. Но многие зрители часто пишут в комментариях о том, чтобы помимо денег мы... Не, Вилплей, против Даунилов ничего против не имею. Хорошие ребята, все, блядь. Охуенные, типа, реально. Ну реально, мне вообще пацаны жесткие. Разыграли какой-нибудь топовый, хайповый шмот. И это действительно очень крутая идея. И у нас для вас есть отличная новость. Спонсор выпуска и наши друзья, компания FontBet. Просто не понимаю, почему меня мать хайпбистом родила. Как это случилось? Проводят крутейший розыгрыш. Главный приз... Блять, Крис Вейв нахуй не трогайте, я говорю сразу, блять. Ну, буду тушить, убивать. Ну, не угроза типа официальная. Офигительный оригинальный рюкзак Off-White. Не упусти шанс стать его обладателем и выиграть еще кучу крутых призов. Регистрируйся прямо сейчас и участвуй в розыгрыше. Все подробности ты найдешь по ссылке в описании. Здорово, как тебя зовут? Максим. Макс, сколько лет? 18. Это гамбурги 4,5. Носки обычные 350 рублей, там 3 пары. Вот. Штаны джоггеры Original Passenger 4000 рублей стоят. Вот такие вот красивые. Да чел просто брекеты вчера поставил, чего вы уебываетесь, парни? Ну, рубашка взял фамилии за 800 рублей. Jedi All Face за 3 брал. Ну и цепочка. Блять. Вот, цепочка, короче, 17 тысяч, подарок от... Ты, мать, проигрывай, цепочка и так была вывернута, он ее пытался достать, не смог.
Блядь, цепочки так было наружу, нахуй. 500 рублей. JDL Face за 3 брал. Ну и цепочка. Блядь. Кустана. Вот, цепочка, короче, 17 тысяч, подарок от мамы. Вот, ну еще iPhone. Бля, мне когда мама цепочку дарила, она не говорила, сколько она стоит. Это я. Мам, а сколько цепочка стоит, чтобы я дымоходнику-то сказал? 17 тысяч рублей, ну, я думаю, он неважно. Вот, короче, я что хочу сказать вам, ребят. Одевайтесь дешево и на уличной моде. Очень много магазинов сейчас, и то есть, ну, не нужно тратиться очень много. И типа... Надо идти вперед в плане технологий. Покупать технологии и идти вперед. Если вы... Бля, чел, очнись, че ты хуйню какую-то вообще? Да хуя технологии купил-то, брат? Будете также оставаться на шмотках, вы не будете в плане интеллекта развиты. Каких? Какой еблан? В сферах жизни. Какой еблан? Это просто пизда. Давайте еще раз, пожалуйста. Вот, цепочка, короче, 17 тысяч, подарок от мамы. Вот, ну еще iPhone SE, 18 тысяч рублей, ну, я думаю, он неважно. Вот, короче, я что хочу сказать вам, ребят. Одевайтесь дешево и на уличной моде. Очень много магазинов сейчас, и то есть, ну, не нужно тратиться очень много. И типа, надо идти вперед в плане технологий. Покупать технологии и идти вперед. Если вы будете также оставаться на шмотках, вы не будете в плане интеллекта развиты. В каких сферах жизни ты гонишься за технологиями? Да в разных. Я думаю, скоро приобрести 3D-принтер и создавать всякие фигурки. А сейчас чем промышляешь? Ну, сейчас я стример. Почему мне, блядь, стыдно сейчас? Ну, блядь, ну серьезно. Стриминг-культура, она сейчас очень сильно страдает. Но вот этот чел тоже стример. То есть вот я, допустим, стример, и вот этот чел тоже стример. В целом мы оба долбоебы. Но он с пруфами. Стримлю прямые трансляции на Твиче. Сколько тебя онлайн смотрит? Ну, онлайн пока что 10 человек, но я только недавно начал. Думаю. 10 тысяч человек? Нет, 10 человек. Просто 10? Да, просто 10. Ну, буду... Как пальцы на руке? А? На руках пальцев. В смысле? Блять, ну это... Чисто стример, как на руках пальцев. В смысле? Сейчас такой нахуй пересчитывает. А, типа ты понял, как по пальцам пересчитать, да? В смысле? А, все нормально. Че в реальной жизни делаешь? Гуляю с друзьями, наверное, отдыхаю. Гонится за технологиями. От учебы. А деньги где берешь? Статус ВКонтакте, гонюсь за технологиями. Берешь? Деньги, ну, зарабатываю. Как? Ну, перепродаю машины, то есть, ну, не я перепродаю, а перепродают люди, а я этим занимаюсь документами. Ты просто, ты официально трудоустроен? Да, ну как, неофициально. У тебя есть? Блядь, я не могу нахуй его слушать, чел. Это будто бы бесконечное интервью. Вторая половинка? Нет, нету. В поисках? Ну, да, в принципе, да, в поисках. Какую хотел бы найти? Да простую, чтобы мозги не компостировало и все. Вот. А как девочка может мозги компостировать? Слушай, это я не знаю. Потому что это очень... Женщины — это такие существа, они еще... Как тебе сказать? За технологиями не гонятся, типа... Не изучены до конца. А кто решил, что женщины менее изучены, чем мужики? Я не знаю, это просто мне так сказали люди. Кто тебе так сказал? Ну, люди сказали, не буду говорить имен. Они какое-то имеют отношение к изучению женщин? Бля, ну чел просто, ну он подцепил его, он уже понял, что этот парень контент-мейкер, нахуй. Он его не отпустит, он его додушит проверять. Ему реально нужно разворачиваться и уходить. Нет. Зачем ты слушаешь всяких людей? Ну, видите? Он ведь мог после этого отпустить его, но он... Отношение к изучению женщин? Нет. Зачем ты слушаешь всяких людей, которые, возможно, даже не понимают? Не, ну они старше, и как бы... От старших слушать надо. Дед твой сказал? Да. Привет, как тебя зовут? Привет, Мария. Так... Фу, блядь, это закончилось нахуй. Привет, как тебя зовут?
Привет, Мария. Так, это моя любимая Белла Потемкина, российский дизайнер, я ее обожаю, просто стоит порядка 30 тысяч этот костюм. Вот кроссовки обычные Adidas за 7 тысяч рублей, кожаная куртка, какой-то французский бренд, что-то такое, только стоит она 1045 где-то примерно. Очки, габанчики, да, сережки, лувитончики. Габанчики, блядь, габанчики, лувитончики, блядь. А сережки стоят порядка, ну, 1026, может, ну, порядка 30 тысяч, вот, а очки что-то там какие-то не сильно дорогие, но тоже там порядка 15-20 тысяч. Маш, а что ты прикупила сегодня? Не скажу. Распродажки, вот. На распродаже? Ты любишь распродажи? Как и все девочки, конечно. Я покупаю на распродажах и не на распродажах, это нормально для девочек. Ну, это правильно, я считаю. Расскажи, что в этой жизни позволяет тебе так ярко и достаточно недешево одеваться? Моя красота и немножко мозга. Ты чем-то занимаешься? Да, я бизнес-тренер. Меня бесит, что никто про технологии больше не говорит. Только один человек поднял тему технологий, и все, блядь, на этом закончили. Мне это не нравится. Я провожу тренинги по продажам, по управлению продажами, вот. И, в общем, тренирую людей, вот, и беру за это деньги. Чему тренирует? Привет. Салам алейкум. Как тебя зовут? Амаль. Очень интересная тема. Сколько тебе лет, Амаль? 16. Gucci Ice 40 тысяч рублей, джинсы 15 тысяч рублей. Ремень Louis Vuitton в районе 20 вроде бы. Off-White вроде бы 38, тоже цену брал. Батя, она разъебанная что-то жизнью. Рубашку, которую нашел, одел дома. Это Герман, 15 тысяч рублей. Ролексы в районе 700 тысяч рублей. Браслет LV, у которого я потерял такую железную бряшку. Нашел просто так в районе 15 тысяч рублей. Первые роликсы подарили в 7 лет. Первые роликсы тебе подарили в 7 лет? Это другие, да. У тебя еще одни есть? У меня большая коллекция часов. Где-то у родителей есть фотка, где я в 7 лет сижу на кухне, короче, хаваю сосиски с самым дешевым кетчупом, знаете, в таких красных банках. И сосиски тоже, ну, в бутылках таких красных. И довольный, как ебаная тварь, нахуй. Сколько у тебя часов? В районе 9 штук. Все роликсы? Нет. А что еще есть? Убло, роликсы, такое. На какую сумму у тебя коллекция часов? Больше 5 миллионов. Ты сам на них зарабатываешь? Нет, часы подарили. Все. Батя? Да. Ты всегда в роликсах ходишь по улицам? Нет. В школу? В школу всегда. На улице нет. В школе нет, пиздец. Это так, часы на каждый день. А, часы на каждый день за 700 тысяч? Да. Ты в какой школе учишься, расскажи? В какой-то специальной? В частной школе на Рублевке. Сколько там обучение стоит поделить в месяц? В районе 120 тысяч рублей в месяц. Сколько тебе в месяц, Амаль, нужно денег, чтобы себя комфортно чувствовать и кайфовать? В районе 500 тысяч рублей. На что у тебя основные уходят? Траты, деньги? В основном на одежду и рестораны. Сколько ты максимум в ресторане за раз отдавал? В районе 15. Как у вас в вашей школе, где обучение стоит 120 тысяч, покорить девчонок? Потому что, мне кажется, они уже, ну, их уже ничем не удивишь. Быть нормальным, ровным пацаном. Не пиздеть. Не говорить за спиной. Так. Это, кстати, хорошо. Просто быть ровным. Вот это, кстати, это правильно сказал. Ровным пацаком. Да. Вроде простые истины, но не все это понимают, к сожалению. У тебя есть подруга, кстати? Нет, я свободен. Ищешь кого-нибудь? Не, я сейчас бизнесом занимаюсь. Чехлы, Инстаграм, и плюс сейчас открываю в реальной жизни бизнес. Что, расскажи? Остров в торговом центре. Че будешь продавать? Пока секрет. В Инстаграме все выложу. Ты что-то по франшизе? Не, нахуй франшиза. Франшиза хуйня полная, нужно самим все открывать. Сколько нужно денег для того, чтобы открыть, ну, такой свой маленький магазинчик в торговом центре? В районе 1 000 000 рублей. Где ты их возьмешь? Часы продашь? Нет, у меня до этого были заработаны деньги, и плюс родители немножко добавили. Ресейл, ой, МТС, МТС, МТС. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, это хорошая женщина. Здравствуйте. Как у вас дела? Как всегда, отлично. Сколько вам лет? Не скрывай свой возраст, мне 40. То вы прекрасно выглядите. Выглядит нереально. Дети. Спасибо. Ну, наверное, 1060, но не меньше. Платье. Вот, но поскольку сегодня прохладно, вот такое у меня платье. Это Оля Якубович, это мой любимый дизайнер. И накидка, этот халатик, это тоже Оля Якубович. Платье, наверное, 1030-40. Халат, наверное, тоже 1050. Сумка, это что у вас? Фигурка, конечно. Каких сисек нет? Пачка, это называется сисек нет? Мальчик мой, это называется сисек нет? Дядь, ты ебанутый, блядь.
У меня платье. Это... Ты, блядь, бредишь? Чел, ты бредишь, блядь? Оля Якубович, это мой любимый дизайнер. И... накидка, этот халатик, это тоже Оля Якубович. Платье, наверное, 1030-40. В халат, наверное, тоже 1050. Бля, чуваки, ебать, вы бредите. 50. Сумка, это что у вас? Это я сегодня что взяла? Давайте посмотрим. А, вы сегодня... это Миу. Это вы сегодня купили? Нет, это я просто взяла из гардероба, потому что подходило мне. Видите, у меня золотое-золотое. Цацки красивые. Цацки, да, я люблю всякие браслетики. Вот знаете, как всякую... Вот эта красная линия, красная ниточка, это оберег, типа, от злых духов. Мне одна Тиана рассказала. Ерунду люблю. Вот люблю Дарвал, вот бриллианты люблю. Это шпинель. Это муж подарил, когда делал предложение. Вы знаете, для меня вообще не принципиально стоимость вещей, главное, как она выглядит. Потому что вот недавно... Маргош, привет, я хорошо. Тянка пришла ко мне, знаете, в таком очень классном пола, и оно без каких-либо лейблов. А я очень люблю вещи без лейблов. Я говорю, а что это? Что это? Она говорит, это Зара, по-моему. Я говорю, сколько стоит? Она говорит, 500 рублей. Я говорю, купить мне две. Как получается такой красивой, хрупкой девушке быть такой яркой и активной в кадре? Когда я пришла в ревизор, я, честно говоря, не очень понимала сам формат, потому что я из очень интеллигентной семьи, мне вначале было очень сложно заходить, как-то было неудобно, потому что я даже не понимала, в принципе, юридической подоплеки, и нам не дали, не подготовили достаточно хорошо первые там сезоны какие-то, и я не понимала, было неудобно, но сработало просто железное правило. Я когда увидела, как по-хамски относятся многие работники ресторанов к гостям, и вот тут произошло вот у меня как раз какое-то такое слияние, то есть я понимала, что я работаю для этих людей. Бля, чел, залетаю в магазин, выпускаю. Видела, насколько по-скотски многие рестораторы относятся к людям. Когда я увидела мясо с мухами, с кровью на полу, в тазу в таком, в очень в жаркое лето, я говорю, а что у вас такое? Спасибо, они говорят, ребят, да за хорошо, доверие. Здесь прикидываться. Говорит, нормально, все сожрут. И здесь у меня просто, я человек с обостренным чувством справедливости, и из меня вырвалась просто другая Лена, которая сказала, что, как так? Все, нет, такого не может быть. И я знаю, что я была очень жесткой и безапелляционной, и я сейчас отношусь так, я считаю, что, ну, к сожалению, в нашей стране к порядку можно призвать только силой и только таким жестким отношением, поэтому, ну, видите, как хорошо все получилось. Привет, представься. Нихуя. Привет, меня зовут Георг. Георг, сколько тебе лет? Сниму AirPods, то все подумают, что я это какое-то чмо надменное, ну, знаешь. А да, в AirPods только чмо надменное разговаривает? Нет, когда с кем-то разговариваешь, ты одет еще в AirPods, типа, тебе плевать на его мнение, ну, знаешь. Чё? Так я для этого и покупал беспроводные наушники, чтобы их по КД не снимать. Чел, ты, блядь, бредишь тоже. Слушай, мне 26. Но уже седина пошла. Седина идет уже второй год, я тебе скажу честно. Всячески пытаюсь цветом радуги закрасить, но не получается, она все равно вылазит. Но цветом радуги в нашей... Цвет радуги не особо помогает сединой, братан. В стране опасно красить. Ну, я бы не сказал. Я был розовым, красным, фиолетовым, зеленым и синим. Опасно зеленый и синий, да. Вот остальные спектры смело красьте. Кого привлекает больше? Зеленый и синий привлекают больше всего гопников. А розовый и красный адекватных людей. Они такие, типа, прикольно. Кроссовки брал в Питере, в ДЛТ. Ну, я думаю, что где-то 60, по-моему, 65. Перестирные шорты H&M, которые выглядят как велосипедки, но это шорты. Толстовку врать не буду, у меня очень хороший кэшбэк в Айзел, ну типа, то есть ты там покупаешь, где? И у тебя сразу от покупки идет уже сумма, которую ты потратишь на следующие покупки. Если в сумме ты копишь типа 300 тысяч, и ты такой типа, а потом сейчас буду расплачиваться, там ты сразу типа, что-то купил, в следующий раз им заплатил. Что-то купил, я так один раз купил кроссовки Balenciaga SSS за 32 тысячи, то есть все остальное я списал бонусами оттуда и такой типа выхожу. Звонит другу, говорю, алло, привет, нищий. Он такой, привет! Я говорю, кроссовки. Мне кажется, его не из-за волос пиздили. Новый купил. Он такой, сколько? Я говорю, 32. Он такой, я могу их потянуть. А очки, Prada, я думаю, где-то 15-20. Наверное. И кольцо в носу. Кольцо в носу бесплатно по бартеру прокололи в Питере. Ну, настроение такое. Настроение бычка. Чуть-чуть. И носки, кстати, по бартеру. Я вот тоже проколю, буду настроение бычка, блядь. Ну, не видно, Рибок. А что у тебя за сумка?
Очень грязный из-за того, что у меня ремонт рюкзак Prada. Я думаю, вы видите всю эту грязь. Да, очень заметно, блядь, акцентирую на этом. Ну и внутри... Минус 25 тысяч за грязь. И есть авоська от Икеи. Георг, чем ты занимаешься? Слушай, ну вообще, хочется сказать, что я у мамы блогер, но, если честно, я занимаюсь много чем, но люди, наверное, меня знают как блогера. О чем вещаешь? Подписан на твой канал? Знаешь, людям. О, вещаю о том, что можно быть ярким, модным, молодежным, не обязательно много всего на себя наносить, и если даже и много всего на себя наносишь, ну... Гербарий, ты чудо. Как бы тоже неплохо. Слушай, а если проблема с кожей, а каждый день мазать тоннами тоналки, и кожа будет еще хуже? Не, не факт. От косметики вообще нет вреда, от нее есть вред, если ты спишь в косметике и не смываешь. Но ты ходишь по улице чистеньким, умытым. Ну, ты имеешь в виду, что сейчас на лице или вообще? Да, сейчас. Или я что-то не замечаю? Ну, нет, не замечаешь на мне этот, как он называется? Короче, супер сияющий легкий тон, консилер, ну, типа, немножко румян. Просто все сделано супер нейтрально, чтобы, типа, дневной макияж. Чисто мужской дневной макияж такой, по минимуму, знаешь? Ну, нам ли, мужикам, не знать. У тебя ресницы свои такие от природы? А, нет, ресницы, кстати, подкрашенные. Вот, но я типа супер аккуратный, знаешь, такой типа ты хватит. Ну, по-мужицки нормально. Чуть-чуть так, понимаешь, да, ну. Ты сейчас в отношениях или ищешь вторую половинку? У меня столько работы, что единственное, что меня волнует, это как бы успеть домой покормить собаку. Я думаю, что я не потяну отношения еще. Это еще одна работа, я так подозреваю, да? Слушай, ну собаку-то... В смысле, Злобкин, на моем лице с утра было или, допустим, сейчас? Сейчас ничего. Завел, а собак тоже время требуется. Ты же с ней гуляешь? Да, утром и вечером. Гуляешь, какашки поднимаешь, это лапы моешь, все по классике. Я думаю, все, у кого есть собака, они понимают этот спектр удовольствия. Друзья, 16 августа нашему каналу исполняется год. С наступающим! С наступающим! Пиздец вы.